По предварительным данным, продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода. У женщин это уже 78,5 лет. Произошло это благодаря снижению существенному числа смертей за полгода на 28 400. Это последние данные самые, это да? Это последние данные. По сравнению с первым полугодием 2018 года, фактически мы сейчас находимся уже на исполнении плана 2020 года.